В рамках проекта «Единая страна. Доступная среда» одинцовские единороссы поддержали межмуниципальный фестиваль искусств для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья «Звездочка», который состоялся в Доме культуры поселка-санатория имени Герцена. В нем приняли участие 6 коррекционных школ из Одинцовского и Нарофоминского округов, а также из Тучково. По окончании фестиваля единороссы вручили победителям ценные призы.